Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут сотрудничать в области финансов и страхования. Соглашение об этом сегодня подписали в Минске по итогам заседания Комитета по сотрудничеству между правительствами двух стран. В него входят руководители министерств и ведомств, заинтересованных в развитии отношений. Всего подписано 6 документов. Кроме договора о развитии кооперации, это соглашение в области культуры и науки, сотрудничество правоохранительных органов. Совместный комитет собирается уже в третий раз. Мы с моим коллегой подтвердили необходимость поддержания высокой динамики политических контактов. Мы подтвердили готовность принять с визитами в Беларуси представителей руководства Объединенных Арабских Эмиратов, руководителей министерств, ведомств, представителей бизнес-сообщества. Особое внимание мы уделили торгово-экономическому сотрудничеству. Мы считаем, что слаженная совместная работа по таким направлениям, как нефтехимия, деревообработка, металлургия, логистика, гражданская авиация, упрощение визового режима, будет способствовать более полному задействованию нашего потенциала двустороннего сотрудничества. Возможности по сотрудничеству между нашими странами очень большие. Уверен, что мы будем развивать эти направления. Мы рассматриваем вашу страну как одну из самых дружественных. Очередной раунд переговоров между Беларусью и Арабскими Эмиратами пройдет в следующем году в Абу-Даби.